Новогодним трендом 2017 года был футбол, как напоминание о Кубке Конфедерации. Даже искусственные елки на улицах Сочи были из светодиодных мячиков. На этот раз концепция в морском стиле. В декорировании пространства и новогодних елок Департамент оформления и дизайна городской среды предлагает использовать ракушки, спасательные круги. В тему будут и медузы с морскими звездами. На Новый год у моря в Сочи жители и туристы должны почувствовать себя в магазинах, санаториях и автобусах. Елок в городе будет 37. Не отставать в подготовке к празднику порекомендовали и микрорайонам с селами. Елка из закромов не подойдет. Убранство должно быть единым во всем Большом Сочи. Оформление необходимо завершить до 10 декабря. 27-го в городе по традиции подведут итоги конкурса на лучшее благоустройство. Те деньги, которые мы вкладываем сегодня в дороги, в газопроводы, они нацелены на то, чтобы жизнь в этих микрорайонах города сделать такой же, как в городе. И глава сельского округа, и председатель ТОС должен подумать и сказать, да, мы должны свой населенный пункт подготовить к Новому году. Это Рождество, люди должны прочувствовать этот праздник. А вы ждете. Обсудили на планерке еще один проект оформления городской среды, только уже ландшафтный. В Сочи приступают к реализации программы «Живая изгородь». Конструкции, установленные к Олимпиаде, морально устарели. С этим согласилась и общественность. Председатели ТОСов единогласно проголосовали за живые изгороди из растений. Благодаря тому же гибискусу изменится не только внешний облик курорта, но и климат. Влажность, которая появляется в городе в августе месяце, она бы была значительно меньше, если бы мы меньше закрывали. То есть, ну, вы сами понимаете, когда так называемый сквознячок – это одно. Когда мы сами себя закрыли, это, конечно, неправильно. Из-за этого не очень комфортная обстановка у нас в августе месяце. Влажность – это субтропик. В субтропиках не должно быть вот таких вот дополнительных, значит, преград для движения воздуха. В городе, подсчитали специалисты, необходимо 25 тысяч погонных метров живых изгородей. Средства на такое ландшафтное оформление городской среды изыщет администрация. А высадить зеленые заборы необходимо до мая, то есть до начала мундиаля. Параллельно Сочи готовится к проведению заседания стран ШОС. 1 декабря для делегации из 18 стран мира планируют провести обзорную экскурсию. Поэтому работы по наведению порядка должны вестись усиленно, подчеркивает мэр. Подвели сегодня чиновники и итоги работы межведомственных групп по комплексной проверке гаражно-строительных кооперативов, где, помимо всего прочего, нарушается законность использования сетей ЖКХ. Составлены административные протоколы, возбуждены уголовные дела, но ВОЗ и ныне там. Пора принимать кардинальные меры, говорит Пахомов. Надо снести все и будем там планировать лесопарковые насаждения, или скверы делать, либо еще что-то для улучшение городской среды нашего города. Но я думаю, что этот вопрос не праздный, мы его серьезнейшим образом должны на следующей планерке разобрать. К слову, новый сквер уже 25 декабря открывается на Бытхе. Следующий зеленый уголок по плану разобьют на Светлане. Инга Габеша, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.